Специалисты проверили, как торговый центр «Фабрика» соблюдает санитарные требования для борьбы с коронавирусом. Осмотрели наличие разметки для социальной дистанции и дезинфицирующих средств график уборки. Как отмечают сами сотрудники, все предписания Роспотребнадзора они соблюдают. С утра по поводу сотрудников проводится обязательная замер температуры у всех сотрудников, это однозначно. Если у кого-то повышенная температура, отправляется к врачу. Да, если все в порядке, то сотрудник там даем отгул какой-то, чтобы отлежался, пришел в себя. Вот, в течение рабочего дня проводим уборку помещения с антивирусными всякими препаратами, средствами, которыми располагаем. Все сотрудники обеспечены масками, перчатками. Все сотрудники знают о том, что при работе с покупателем покупатель должен обязательно находиться в маске. Если у покупателя нет маски, ему предлагается пройти на кассу и взять там маску на кассе. Весь персонал работает исключительно в средствах индивидуальной защиты. Поверхности протирают каждые 3 часа. Кроме того, зал оборудован рециркулятором воздуха. Специалисты осмотрели 3 магазина торгового центра и отметили, что нарушений нет. Была обследована 3 объекта, торговых объекта, согласно утвержденному графику, который составляется на месяц. Это объекты были магазин «Домовит», 2 косметических отдела на первом этаже торгового центра «Фабрика». Согласно нашей проверке, все ограничения были соблюдены, то есть все требования, которые данные были соблюдены, нарушений не было. Проверялось наличие перчаток, масок, наличие дистанционной разметки, наличие входного фильтра, измерение температуры тела, и проверялось график уборки